сложно здесь. Сырость. Да, здесь надо разгонять. Минусы Нива Урбан, Дастер, в том, что вот бампера низкие, свес получается, да, ими задеваешь, и они отрываются. У меня на Ниве Урбан, когда пластиковый бампер был, тоже этим страдал. Первый раз. Первый раз? Нива возит запчасти от Дастера, помогает младшему брату. Сейчас довезем, помоем и попробуем пристегнуть. У Дастера здесь не получилось проехать. Нужно прямо оттуда топтать. Давление в шинах двоечка, не травленный. Автомобиль новый. Мало ходов. Резина камофлайн. Бери больше, разгон! Красавец, молодец! Мощность двигателя здесь позволяет, посмотрите, в нашу колею он не влазит по колесам. Ох, как он сел! Ой, на максималку надо дальше отъезжай. И в палас. Ох, ходом набрал. Вот, вот это сложность, вот здесь именно. Обалдеть. Легче всего.
всех, между прочим. Легче всех. Никаких блокировок, ничего. Ты смотри, что творит. Не травленный. Хороший разгон. И выезд, естественно. Как оказалось, нет. Много оборотов. Хотя вроде и ход хороший был. Все, все молодцы. Опа, машина. Смотри, как потрясся. Заднее колесо вывешивается. Сухой песок. Опа, опа. Силен, силен. То есть Николай все правильно сделал. Выставил машину так, чтобы машина находила не по диагонали. Не, вот. Леха же садится. Вот это шанс чувствуется. Да? На пороге, да, вот, возможно, на пороге сядет. Все, и задница воткнулась, наверное. Воткнулся? Я помню, что резина не травма. Да, 90% уже заехал, да? Смотри, чуть да? Вот это мощь, ребята. Ну что, погнали. Ребята, однозначно лайкосик Николая, однозначно. Молодец. Посмотрим, как стоковый. Не Васик, трехдверка заедет. По траектории поджерика. Поджерик, конечно, подровнял. Грунт взрыхлил. Очень такой рыхлый грунт получился. Но шанс есть заехать, конечно. Интересная локация. Очень интересно. Все, наверное, на пороге. Надо пойти помочь. Хорош, хорош, куда ты его? Смертельный номер для меня. Первый раз еду по такой киноманте. Сейчас прямо, да, и налево? Да.
Патрол на пневмоблокировке. Горочки. Очень крутая горка, очень крутая. Сухой грунт, ПГС. На выходе он уже накопал. Я не знаю, как он будет выезжать. Еще разгон. Мощи предела нет, ребята, реально. После него здесь уже никто не заедет абсолютно, это однозначно. Ту горочку мы не осилили. Рубан здесь. Ухо копает у него, после него такие кратеры остаются. Красавец! Мощь! Сегодня будем с вами ночевать в нашей машине 2131 с системой ровный пол. Разберем и посмотрим, как я эту ночь переночую. Ночевать будем на берегу Сакмары. Ребята, многие с ночевкой тоже остаются. Нива 2131. То есть впереди у меня получается сиденье я только сдвинул. И показываю, как получается. Это мне предоставляли Тюарт 4x4. Вот такой девайс. Кто не видел, есть ролик. То есть тут ящики у меня. Здесь ящики. Потом ящик идет вот здесь. И сбоку. Тут ящик и здесь ящик. Вот такая система ровного пола. Я сейчас лягу и изнутри вам покажу. Я 1,82 м. Ну смотрите. Лежу. То есть до крышки даже ногами я не достаю. Вот таким образом. Если вдвоем, ну и второй человек может смело лечь. Очень удобно. Так что преимущество 31-го Нивы очень-очень велико. Могу показать уже полноценно, как здесь все происходит. Эти здесь получается полка, вот эти две отстегиваются, вот одна и вторая, они отстегиваются. Здесь вот такой есть упор, здесь получается воздушная прослоечка и все. Сейчас покажу. Вот, вот так это все происходит. Здесь вот типа крепления. Вот, раз, два. То есть они подстегиваются. Вот видите, ходят. И все. Одну, вторую, они отдельно. В гараже лежат, когда надо выезжать. Их с собой берешь и просто вставил, и все. И получается ровный пол. Здесь получается вот таким образом. То есть нижняя сидушка, вот она вот так встает. Спинка, она ложится. И все. И вот, пожалуйста. Так вот это происходит. Вот. Все отстегивается. Или пристегивается, когда надо. Короче, рекомендую. Очень удобно. 1,82 м. Вдвоем, в принципе, можно смело переночевать. Я вот уже подсобрал половину. Для полного понимания вам показываю. Вот она первая. Вот она. Снял ее. Как я говорил, крепится вот на такие штуки. То есть, вот эта полочка откидывается. Вот этот предохранитель ставится, и все. В сложном состоянии это выглядит вот так. То есть вот они, эти две полочки. Можно или туда поставить, или к спинке прислонить. Здесь выглядит вот так. Еще преимущество экспедиционного багажника. То есть, если вы ночуете, чтобы на землю ничего не ложить, вот можно все сложить наверх, обувь там. Ну, конечно, это если дождя нет. А вообще можно придумать еще полок. Я ну вот все, тут... мы сложились, умылись. И вот теперь готовим завтрак. Валентин и Евгений. А у тебя 2 литра? 2 литра и не хватает.
Ниссанчик, RAV4. У всех вариаторы, автоматы. Ну и смотрите, как они едут. Ползут потихоньку, помаленьку. Вот смотрите, Паджерик будет тащить переднеприводный Дастер. Сейчас тащу переднеприводный Дастер, сам в подъем иду, руль лево-право. Ну, офигеть, как тяжело, ребят. Сейчас мне просто надо с подъема. Первая пониженная, межосевой заблокированный. Но все равно потихоньку я его тащу. Друзья, мы покатались, с вас лайки, подписки. У нас сегодня мероприятие у Николая и у Алексея, день рождения. Приехали близкие друзья с нашей группы. Сегодня день рождения у Николая и у Алексея. Собрались мы поздравить вас. Итак, ребята, вас с днем рождения. Раз, два, три. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Девчонки, всем привет!